утро. Так, хочу вам показать новый вид из моего нового номера. Я вчера попросила администрацию, чтобы меня переселили, потому что на первом этаже, ну, практически не видно море. А теперь вот она у меня море. Оно как-то вот странно, я не знаю, что это за речка. Оно вот там, как видите, оно впадает. Эта речка, она впадает в море. Блин, прохладно. Вот там мы вчера хотели на этих. Ну, сегодня, может быть, если ветер будет маленький. Вот, теперь, пожалуйста, наслаждайтесь морем. Вот так. У меня теперь 7-й этаж. У меня, в принципе, тоже был вид на эту сторону, но так как 1-й этаж, у меня не было видно море. Вот солнышко только пробивается, но сегодня солнечная погода, вроде как обещали. Вот там горы. А ну-ка, если сейчас все приблизить. Вот так. Видно и горы, и море. Наслаждайтесь, пожалуйста. Вот так. Вот такой вид из окна. Мне очень понравилось, что они прям вот как-то даже... Я просто попросила, говорю, вы можете меня переселить? Потому что я не вижу моря. Ну, вообще без разговоров. Как бы все вот так. Ну, здесь, конечно, уже поменьше такой вот балкончик, 2 стульчика и столик. Ну, это не имеет значения, балкон. Вот такое доброе утро. Так, ну, я вышла, иду на завтрак. Завтрак по расписанию. Поздно, конечно, уже иду. Но ничего не поделаешь. Вот такой лифт. Так. Ресторан у нас буква Б. Так. Так, сейчас покушаю. Сегодня собирались идти плавать в бассейн. Ну, не знаю, посмотрим. Так, ну вот, сегодня, конечно, не позавидуешь никому. Везде очереди. Вот так просто за один день взять и заполнить отель. Это, конечно, круто. Если сравнить, что вот мы сидели всегда, ну, в пустом зале. Ну, по крайней мере, вот ну, целый день вчера и полдня позавчера. И сегодня просто везде очередь. Я просто в шоке. Столько людей, как можно было за один день заполнить отель. Как мне еще номер только поменяли, я вот удивляюсь. Ну, значит, еще не полностью заполнили. Так, ну все, вот это мой завтрак. Сейчас буду кушать. Девчонок жду. Заняла им место тоже. Пусть со мной садятся теперь. А всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Так, у нас сегодня попытка номер 2. Хотим все-таки прокатиться. Таня, как называется, ну, вот этот, на чем мы поедем? Пароходик. Пароходик? На пароходике. А, мини-лоды. Ну, в общем, кто как. Кто как. Слушай, эти цветочки. Но холодно. Мама, не горюй. Прохладно, конечно. Ничего не скажешь. Надо было длинным рукавом, наверное, все-таки куртку одеть. О, вот полотенце. Мне надо будет получить полотенчик. Так. Вот. Здесь для деток. Вот такое. Ну, хорошо хоть солнечно. Солнце прям такое
активная. Поедем, посмотрим на море, прогуляемся чуть-чуть. В бассейне на улице холодно. Купаться. Быстрее бы, говорит, закончилось. Какое солнышко. Активное. Вот здесь мы вчера сидели. На солнышке загорали. Все пострижено, все красивенько, кустики. Это сосны или что это такое, не пойму. Очень красиво. Очень красиво. Деревья такие высокие. Ну так я с балкона смотрела. Вроде бы этот пароходик возит людей на море. Ну вот в этом единственный минус, конечно, в отеле, что ты сам не можешь просто, ну, вот так пройти по дорожке, и ты у моря. Вот это, конечно, ну, для зимней, как они говорят, концепции, я считаю, что это нормально, потому что в холод особо, ну, один раз ты поедешь туда, два, на море, а так-то там делать в такой холод непонятно. Тань, а вот туда вот налево, вот посмотрите, ну вот это что такое там? Рестораны? Да. О, вот опять продают, блин. Надо было взять деньги. Хочу клубнички. И так реагирует иногда бывает. Поплавать. Сейчас мы вот туда, да?
сейчас посмотрим. Да, конечно, это единственный минус, я считаю, у отеля. Вот, конечно, видно море, сразу поднимаешься. Здесь тоже вообще очень круто погулять. А там что-то. Солнце такое печет. Солнце-то печет, но прохладно. Такое море. Купайся, говорит, не хочу. Таня, да. Называется «Купайся, не хочу». Ну, да. Море много. Все в твоем распоряжении. Ага. Мы в прошлом 8 марта плавали. Да. Я тебе присылала тогда видео? Да, присылала. Ну что, куда пойдем? Прямо к морю. Прямо вот сюда? Да. По дорожке, да? Вот, с обратной стороны. А с этой стороны вот какие горы. Все заснеженные. Очень красиво, кстати. Вот тебе море, и вот тебе заснеженные горы. Вот. Шум волны. Вот такой шум волны. Да, надо потрогать, конечно, водичку. Нам так кажут, там она грязная. А не кажется здесь? Ну да. А и постоянно видно. Постоянно. Ну, карапушечка, что-то выбросила. Вот так. Ой. Ну да, их тут много ракушек. Ну что, и время обеда, конечно, никто не отменял. Все по расписанию. Пришла пораньше, потому что так, как сегодня была на завтраке. Но мы тем более нагулялись по морю, прогулялись, прогулка на свежем воздухе. Вот такой я взяла супчик из индейки. И как-то он там называется по-турецки. Я уже попробовала, очень даже вкусный. Вот это икра, салатик. Ой, вот эти все такое вкусненькое. Это точно я голодная. Если я столько набираю еды, значит, я всегда голодная. Если кто кушает, всем приятного аппетита!